Послы G7 обещают и дальше поддерживать НАБУ. Дипломаты выступили с заявлением. Послы стран Большой Семерки, G7, в Украине, США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, выразили поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины, НАБУ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине в четверг, 14 декабря. Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты поддерживают украинские стремления к реформам, доверие и будущее как современной, процветающей демократической страны, сказано в сообщении. Ранее СМИ сообщали, что директора НАБУ Артема Сытника и главу специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во время встречи с послами G7 попросили не заниматься политикой. По материалам сайта newsgro.com.